В регионе работает комиссия по приемке оздоровительных организаций. Специалисты проверяют подготовку к детским каникулам. Например, смотрят соблюдение санитарной и пожарной безопасности. Всего в регионе 651 центр отдыха, 450 из них допущены к работе. По-прежнему остается под вопросом отдых детей в Викуловском лагере. К нему даже нет проезда, там один сторож находится на сегодня. Вот. Со стопроцентной гарантией сказать, когда именно он откроется, ну, невозможно. Но я уверен, что те дети, которые были распределены на потоке именно в те лагеря, они не останутся без внимания. Их перераспределят в другие лагеря, ближайшие к их месту проживания. На организацию отдыха детей в этом году будет потрачено 935 миллионов рублей из бюджетов разных уровней, а в оздоровительных центрах побывают 145 тысяч детей. 33 тысячи из них – ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.